Значит, тема лекции нашей очередной – общественное бытие. Общественное бытие. Вот иногда говорят люди малограмотные или безграмотные, что бытие определяет сознание. По отношению к обществу это, или к отдельному человеку, это неверно. То есть, скажем, человек ест, есть то, что он ест. Так? Не так. Человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Поэтому речь, когда идет об отдельном человеке, то вот этот тезис о бытии сознания к нему совершенно неприменим. Неприменим. А вот когда речь идет об обществе в целом, тогда вот этот тезис, похожий на него тезис, правильный, звучит так, что общественное бытие определяет общественное сознание. И это коренной тезис исторического материализма. Но вот, поскольку мы на этом будем достаточно обстоятельно останавливаться, сначала мы сегодня на лекции остановимся на вопросе о том, что такое общественное бытие. Я могу сразу дать короткий ответ на этот вопрос, потом его буду долго разъяснять, а потом в конце мы опять к нему вернемся. Короткий ответ состоит в следующем. Общественное бытие – это способ производства. Это способ производства. А что такое способ производства? А способ производства – это единство производительных сил и производственных отношений. Которое определяется именно производственными отношениями в конечном итоге. А производительные силы – это, люди, работники, рабочие, трудящиеся, главные производительные силы. И, б, средства производства, с помощью которых работники производят материальные блага. А средства производства делятся на средства труда и предметы труда. Предмет труда – это тот материал, который подвергается обработке или переработке, а средства труда – такие средства, которые используются для того, чтобы переработать или обработать предмет труда. При этом для того, чтобы можно было вообще говорить о всех этих категориях, надо понять вообще, что такое производство. А для того, чтобы понять, что такое производство, надо понимать более простую категорию – труд. Поэтому мы сначала рассмотрим вопрос о том, что такое труд. Кто-нибудь может сказать, что такое труд? Вам знакомо это слово? Что такое труд? Ну, как минимум, такая газета, производство. Как? Но это, если вы знаете, что такое производство, то я специально взял более простую категорию, чтобы вас не запугивать производством. А вы мне даете труд через производство. Труд что такое? Вот Робинзон Крузо высадился на острове. Трудиться может? А?
Может, вместе с пятницей, да? Что-что? Вместе с пятницей. Ну да. Ну и что он делает? Что такое? Что значит трудиться? Что значит? Он себя обеспечивает каким-то... А? Он себя обеспечивает материальным. Ну как он себя обеспечивает? Может, он трудом себя обеспечивает? С помощью труда? А труд-то что такое? А труд что такое? Ну, возможность у всех есть. Деятельность направлена на что? На... Ну, то есть, если сзади ко мне кто-то подошел и топором ударил по голове, это труд. Вот как вы вот меня сейчас сказали, я сразу мне захотелось применить ваше определение. Действие, говорит, направлено на достижение цели. Раз, и достиг. А потом, а если у меня в карманах какие-то деньги еще завалялись, то как раз вот цель этого обеспечения материальными благами и достиг человек, правильно? Это вот я так понял, это и есть труд. Самые трудяги у нас бандиты. Потом воры, жулики, казнокрады. Они только и делают, что обеспечивают себя материальными благами. Ну, я правильно использую ваше определение? Не можете ли вы такое дать определение, чтобы туда жулики... То не я, так сказать. А? Вам трудно мне дать. Или жалко дать. То есть вы знаете, но жалко вам дать хорошее определение. Вы его знаете, но не высказываете. Так вот, что такое труд? Труд, во-первых, это деятельность людей, правильно? Но не всякая деятельность труд, правильно? Вот целесообразная деятельность, как вы совершенно правильно заметили. Да? В ходе которой это деятельность по преобразованию природы. Деятельность по преобразованию природы, в ходе которой человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Труд – это деятельность по преобразованию природы, в ходе которой человек приспособляет вещество природы к удовлетворению своих потребностей. Ну или короче, целесообразная деятельность по изготовлению материальных благ. Вот если вы внимательно посмотрите на это определение, вы сможете сделать вывод, что в этом определении нет никакого указания, при какой общественной форме, при каких общественных отношениях осуществляется этот труд. Правда? Нет тут указания. Капитализм, социализм, феодализм, первобытно-общинный коммунизм, рабовладение. Тут ничего об этом не говорится. Вот есть такая деятельность по изготовлению материальных благ, обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого происходит приспособление вещества природы к удовлетворению человеческих потребностей. Вот что происходит. Это труд. А вот определение производства гораздо более сложное. Кто-нибудь знает, что такое производство? Производство? Да. Вы как раз бежали сообщить нам эту весть. Благую. А? Производство. Да. Все говорили, что вот мы не знаем, а вот он знает. Сейчас он прибежит и нам скажет. Да. Можете моими словами, пожалуйста, я не против. Ладно, не говори. Какое-то... Что это? Ну, если своими словами, с производством, сколько понятно, созидание, ну, каких-либо вещей, благ, материальных либо нематериальных... Это труд. Мы уже это труд. Это то, что вы пропустили. Это труд.
Так, вот о производстве, дорогие товарищи, можете записать определение, которое давал Маркс, очень оно такое непростое, но очень глубокое. Производство есть процесс. Производство есть процесс присвоения. Процесс присвоения предметов природы. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Давайте разберем тут все слова, чтобы у нас тут не было непонятных вещей. Процесс, что такое, кто знает? Да. Действие совершаемое. Действие? Почему действие? Вот вытекает вода из ведра, это действие, что ли? Дырка там где-нибудь? Какое действие? Взаимодействие. То есть, зачем так сложно-то? Это простое понятие, зачем сложно? Ну, мы должны знать все слова, которые в определении встречаются, иначе это не определение, правильно? Значит, процесс – это изменяющееся явление, или просто изменение во времени. Изменение во времени. Вот что такое процесс. Раз заговорили о процессе, значит, тут время имеется в виду. Раз. Присвоение. Что такое присвоение? Ну, что такое присвоение? Это не значит, что такое присвоение. А? Не понял. Давайте я вам покажу, что такое присвоение. Дайте ручечку. Это завладевание вещью на не надо. Согласие общества. Никак. Спасибо. Все видят, да? Да. Значит, что такое присвоение? Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Это был ваш процесс жизнедеятельности, она в нем участвовала, а теперь она участвует в моем процессе жизнедеятельности. Она греет мне сердце, около сердца ее помещу. Да? А насчет завладевания, и это другая категория. Владение – это фактическое господство над вещью. Вот смотрите, показать? Сейчас кто владеет над вещью фактически? Вы или я? Кто господствует над вещью? Сейчас я. Это другое. Так что присвоение, превращение, вот если я и буду писать, я буду писать, не вы будете, а я буду. Это я ее присвоил. Насколько, это второй вопрос. Мы этот вопрос сейчас не обсуждаем, насколько я ее присвоил. Я у вас взял на время. Ну, лет через 80 отдам. К примеру. Да, это на время же. Потом вы же человек молодой, и вам только жить и жить. Так, присвоение. Процесс присвоения. Предметов природы. Тут все понятно, да? Хотя предметы природы могут быть уже очеловеченными, да, как сырой материал. Вот идет обработка металла. Этот металл надо было сделать, скажем, если это сталь. Сталь делается из чугуна. Чтобы сварить чугун, надо иметь кокс, иметь руду. То есть предметы природы может быть первый передел, второй передел, третий передел. И кругом нас окружает очеловеченная природа. Вот здесь у нас много деревянных предметов. Это же бывшие растения, да? Вот вы сидите ведь на том, что представляет собой дерево, но очеловеченное. Оно и думать не думало, что вы на нем будете сидеть. Да и нечем было ему думать. Так, процесс присвоения предметов природы. В рамках определенной формы общества. Сколько мы форм общества знаем? 5. Первобытная община и коммунизм.
рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, вышедшие из капитализма. В рамках определенных форм и посредством нее. То есть не обязательно, то есть дело не в том, кто тут непосредственно что делает, а вот через общественные отношения осуществляется этот процесс присвоения. Процесс присвоения. Вот видите, когда я вас забирал ручку, никто мне не мешал. Эти товарищи, они на моей стороне. Вот, вы там в следующий раз что-нибудь такое подороже принесите, так, чтобы мне зря-то не мелочиться по поводу какой-то авторучки. Ну что, вы ничего не можете принести? Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вопрос. Понятно, что такое производство? Понятно. Производство сельскохозяйственной продукции, продукции земледелия сейчас идет? Да. Да. Где? На каких предприятиях? На полях идет производство зерна? Идет или нет? Да, это там растет. Что там растет? Ну, собственно, озимый. Вот, правильный ответ. Идет. А труд совершается там по производству озимых? На поле нет. Нет. А производство идет? Да. Вот обратите внимание, труд не совершается какое-то время, а производство идет. Но производство не шло, если бы не совершился труд по посеву, правда? Посеяли озимый, и тогда идет производство зерна. Сейчас производство зерновых. А если бы не посеяли, не шло бы производство зерновых. Или, скажем, как делается вино? Делается сушло, давится виноград, получается вот этот сок виноградный, он бродит. Потом, когда вино готово, его заливают в бочки дубовые и кладут в погреб или на склад подземный, да? Идет производство вина? Да. Вот потом говорят, что вино десятилетней выдержки, да? Очень ценится. 10 лет мужики сидели рядом, смотрели на это вино и не выпили. Какая выдержка в нем заключена? Поэтому такое дорогое вино. Оно не там уже не бродит. Какой переброшенный? Это уже закончился, брожение закончился процесс, оно выдержка идет, выдержка. Это другой совсем процесс. Просто если, допустим, ну, скажем, вино перебрашивается в каком-то сосуде, что этот сосуд не выдерживает, взрывается, это же получается как-то... Потом... Кто не выдерживает? Те, кто охраняли вино, не выдерживает? Ну, инфляция именно производства. Не выдерживает и выпивает, понял, да, бывает. Значит, производство может идти и тогда, когда труд и довольно значительное время не совершается. Но, конечно, без труда производство не пойдет. Это понятное дело. Хотя в этом процессе производства участвует и солнце, и земля. А земля является средством, между прочим, производства. И вот теперь, когда мы уже рассматриваем в целом производство, вернемся к тем категориям, которые мы как бы называли, говорили за средства производства, а не говорили, что такое производство. Теперь можно снова к ним вернуться. Что такое главная производительная сила? Это рабочий, трудящийся. Значит, он приводит в движение те средства, посредством которых производятся материальные блага. Правильно? Сами эти средства производства в движение не производятся. Это первое. Второе. Средства производства. Это те средства, с помощью которых как раз и осуществляется присвоение предметов природы. Присвоить, значит, превратить в процесс своей жизнедеятельности. Люди тогда могут вещество природы превратить в процесс своей жизнедеятельности, когда они используют для этого соответствующие средства. Средства производства. И процесс совершенствования средств производства постоянно идет. Идет непрерывно и неостановимо.
меняется форма производства, меняются люди, которые их используют, люди, которые участвуют в процессе присвоения материальных благ, а средства производства постоянно совершенствуются. Если средства производства постоянно совершенствуются, то, наверное, производительная сила растет? Да? А если производительная сила растет, значит, производительность труда растет? Все больше производится продуктов за единицу времени, и, следовательно, все меньше труда заключается в каждом продукте. Правильно? И это, можно сказать, общесоциологический или исторический закон. Все меньше и меньше труда заключается в продуктах человеческой деятельности. Правильно? В результатах производства. Как на этом фоне смотрится тезис о том, что растут затраты ЖКХ? Так растут или нет затраты? Так зачем тогда вам вообще преподавать? Вам даешь понятие, а вы потом... Вам кто-то сказал, какой-то человек, который ничего не понимает в этом деле, что затраты ЖКХ растут, и вы ему поверили. В науке разве верят на слово? Но вы же только что сказали, что затраты труда на единицу продукции, где они, только во всех сферах падают или нет? Или есть такая особая сфера, защищенная от закона роста производительной силы труда, это ЖКХ, да? Особая такая сфера. Она огорожена особым забором. Это вы имеете в виду? Что? Как это они могут? Производительность труда растет, производство труб растет, фитингов растет, кранов растет, производство унитазов растет и раковин. Наверное. Что значит наверное? А что, есть особый закон? Ему унитазы не подчиняются, да? Ну как-то вот вы тут путаетесь в показаниях, молодой человек, что-то непонятное. Что значит «смотря где»? Ну, разный бывает уровень роста производительности труда, но она растет-то везде. Или не везде? Как можно людей запутать? Я просто поражен. Нет, если вы хотите сказать, что я хочу с вас, если я работник ЖКХ, хочу с вас все больше денег взять, это другой вопрос. И я с вас и возьму, особенно при вашем таком знании. Я еще и вам не столько возьму. Еще умножу на 2, а потом на 3. Раз вы считаете, что затраты растут, приду. Вы знаете, говорю, у нас так все плохо. Все, затраты на все растут. Сегодня там предлагается не допускать роста цен на продукты, в газете сегодняшней написано, в российской, больше, чем рост инфляции. Инфляция, допустим, 14, а цены вздувает на 20. А почему с вас не взять больше-то, если вы согласны, что все затраты растут? Это не затраты, это ваши затраты растут на приобретение этих, вот этого барахла. Ваши затраты растут. Не затраты на производство, а ваши затраты. Это разные вещи. Это сколько с вас можно взять. А с вас можно взять бесконечно много. Все, что у вас есть, можно забрать через цены. А цены в условиях монополистического капитализма кто регулирует? Монополист, ну так и что вы хотите? Что вы хотите сказать, что монополист может взять с вас сколько захочет? Конечно, может. Но он вам еще и рассказывает сказки, что затраты растут, что это не он, монополист, с вас обдирает, как липку, а просто затраты растут. И вы эту сказку не только слушаете, но и вы ее и воспринимаете, и воспроизводите. А зачем? Вы же должны народ-то просвещать, а вы сами выступаете как непросвещенный. Безобразие. Отрекитесь от того, что вы сказали. Не отрекайтесь, что затраты на продукцию ЖКХ растут. Нет, затраты могут не расти на ЖКХ. Как это могут не расти? Они снижаются. Снижаются они во всех сферах. Это общесоциологический закон. Ну, вот все запомнить нельзя. Вот вы слушали лекции, все не запомнишь. Но запомнить на всю жизнь можно, что
производительные силы труда растут, постоянно растут, и это общесоциологический закон, который действует всегда. Если бы он не действовал, мы бы с вами первобытные люди жили, и никакой одежды бы у вас не было, только набедренная повязка. И сидели мы с вами у костра, и костра бы не было, потому что это уже производительные силы развитые, когда уже, так сказать, жарят что-то на костре, на огне. Ну, такую вещь можно запомнить? Все ты не запомнишь, но это можно запомнить или нет? В общем, если к экзамену вы это не запомните, то лучше не приходите. Как еще на вас воздействовать? Я не знаю, запугать? Бить нам не разрешают студентов, потому что, говорит, вы начнете с ними драться, их больше, а ну и вас побьют. А? Да, я думаю, да, конечно, это слишком мелкий продукт. Я внимательно слежу за тем, что он принесет в следующий раз. Так, понятно, да? Значит, вот... А может, Игорь что-нибудь? Зачем мне у Игоря? Игорь такие глупости... Игорь такие глупости не говорил. Зачем я у него буду присваивать? Игорь стоит на стороне народа, а вы на стороне монополий. Вы ставленник монополии здесь на первом курсе исторического факультета. Вот, и мы должны вас заклеймить здесь и подвергнуть остракизму до следующего раза. Если кто у него хочет что-нибудь забрать, забирайте. Ну, потому что, а почему? А потому что другие аргументы не действуют. Вот у меня нет больше никаких логических аргументов, чтобы его убедить. Только силой можно. Так, понятно. Значит, то есть средства производства постоянно и совершенствуется умение работников, потому что и это взаимосвязанность процесс. Какие средства производства, такое и умение. И умение идет рука об руку с совершенствованием орудий труда. Поэтому если орудия труда становятся более совершенными, приходится менять и приемы труда. А потом... В некоторых случаях время от времени меняйте и форму производственных отношений. Правильно? Если становится уже средство производства таким, что можно прожить и без общины, набрав себе рабов из захваченных представителей поверженных племен, то тогда можно сделать рабовладельческую форму производства. А если такие машины, что рабам давать нельзя, они такие хорошие машины, что раб не будет положительно относиться к такому орудию своего закабаления, правильно? И поэтому нужно переходить к другой форме производства, к феодализму, к феодальной, когда ослабляется нажим на непосредственного производителя. Наконец, если... Для развития производительных сил нужен свободный человек от всяких феодальных путей, иначе он не будет на современных машинах, которые являются плодами научно-технического прогресса, работать квалифицированно, производительно. Вот тогда буржуазия выступает за свободу от феодальных путей. И совершается буржуазная революция, и переход совершается к другой форме производства. Какой? К частно-капиталистической форме производства. И, наконец, когда производство становится, получает общественный характер, и возникает острейшее противоречие между, а, с одной стороны, общественным характером производства, и, б, с другой стороны, частной формой присвоения, то говорят, что производительные силы требуют общественной формы присвоения или общественной собственности на средства производства. Это, так сказать, другое выражение слова коммунизм. Коммунизм значит общий, больше ничего. Сказать коммунистическое общество, это общество основано на общественной собственности, на средства производства. А если только часть общества господствует над средствами производства и является собственниками, тогда это что? Это частная собственность. Частная собственность может быть частной собственностью целого класса. Например, государственная собственность при капитализме – это частная собственность класса капиталистов. Значит, я уже говорил о собственности, значит, надо сказать, что это такое. Кто знает, что такое собственность?
Вот вы уже знаете, что такое владение. Владение – это фактическое господство над вещью. Так? Собственность – это объект владения. А? Собственность – это объект владения. Нет? Нет. Вот тот объект, которым вы владеете, это объект вашего владения. А объект собственности – это вот есть тот предмет, который находится в вашей собственности. А что такое собственность, мы еще с вами не сказали. Значит, распоряжение – это что за отношение? Это, если это ваше, вы собственник, то вы можете распоряжаться тому, всему, передавать или оставлять у себя. Пользование – это вот ручкой надо писать, а не использовать ее в качестве методического материала для лекций. Правильно? Вы сейчас ей пишете, пользуйтесь ей, пользуйтесь. Могу я пользоваться тоже вашей ручкой, если вы мне дадите. Это не сделает меня собственником. Так что такое собственность? Некоторые пишут, так сказать, сгоряча, что собственность – это отношение по поводу вещей. И это подают как определение. Так по поводу вещей можно подраться. Если люди из-за чего-то подрались, наверное, когда драка идет, это собственность, наверное. Да? Нет. Так вот, собственность... Вот ее классическое определение Маркса стоит в следующем. Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Давайте разберем тут все понятия. Субъект. Субъектом может быть один человек, группа людей, несколько человек. Или общество в целом. Или часть общества. Вот если часть общества, любая часть, даже все общество без одного человека, это дает частную собственность. Общественная собственность, когда все общество в целом является субъектом собственности. Субъект собственности. Итак, субъект. Так вот, собственность – отношение субъекта к объективным условиям производства. Понятно. Что такое объективные условия производства? А такие материальные вещи, с помощью которых совершается производство. Это что может быть? Это самые средства производства. Это здания, сооружения, мосты, дороги могут быть, да? Земля. Объективные условия производства. Все материальные блага, которые можно рассматривать как условия производства. Так вот, отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Что значит «как своим»? Значит, в слове «как своим» заключено указание на то, что есть не свое. То есть есть другие люди. Поэтому речь идет о том, чтобы общество восприняло ваше отношение как к своему и с этим согласилось на практике. А если, так сказать, я заявляю, что это моя собственность, а меня тут же отобрали, сказали, это не ваше, то никаким я собственником не являюсь. То есть собственность – отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Контрольный вопрос. На голову у вас есть собственность? На вашу голову собственность есть? Есть? Я с прискорбием, уважаемые товарищи, я с прискорбием должен констатировать, что вот этот гражданин рассматривает свою голову как объективное условие производства. Вы что, бьете что-то? Гвозди забиваете головой? Ну, я понимаю, вы футболист были бы еще, и головой бы играли. Хоть это и не производство, но, по крайней мере, как-то это. Или вы как проталкиваете в трамвай, что ли, то что. Или вы, может быть, так копаете землю головой. Что вы делаете-то головой-то? А? Дорогой товарищ, ваша голова своя... Природным образом она не нуждается в категории собственности, чтобы оставаться вашей. Да? А вы
вы сказали, что собственность – это отношение субъекта к объекту. Не к объекту, не к объекту, а к объективным условиям производства, как своим. Да. Голова же, она тоже является, она тоже производит мысли. Что происходит? Мысли голова производит, значит, ее можно считать собственностью, если она производит мысли. Дорогой товарищ, ваша голова – это субъективное условие производства или объективное? Вы для себя определите. Если она у вас объективное условие производства, мыслей в ней нет никаких. Я еще раз говорю, что если она объективные условия производства, а мы же говорим в определении собственность, есть отношение субъекта к объективным условиям производства. Если для вас голова объективные условия производства, значит, она лишена всяких мыслей, ваша голова. Вы уж извините, как вы себя изобразили, я уж так не буду. Понятно, да? Так вот, все понимают, что голова – это не объективные условия производства, а субъективные. Субъективные условия. Мы субъекты с вами. Не путайте с объектами. Хотя одно время собственность на рабов была, когда раба рассматривали как объективные условия производства и могли его в любой момент убить. И мысли его вообще не рассматривались в обществе, не принимались. Он вообще мог только говорить. И то, когда его спросят. А если лишнее скажут, могут тут же и заколоть. Вот тогда можно было сказать, что человек вот этот, он тогда не был субъектом вообще. Он был объектом, так сказать, и порабощения, и эксплуатации, и все. И гражданином он не считался. И в демократии он не учитывался. Мало ли там, сколько у вас рабов много, а мы посчитаем только голоса свободных. И там будет господство среди свободных принцип подчинения меньшинства большинству. Ну не большинства же рабов, эти вообще не люди. Так. Ваш пример заразителен. Нет, я так не считаю, просто хотел. Хотел, да. Хотел. Ну, бывает, что говорят, это не человек, а чурбан. Говорят, бывает. Если абстрагироваться от того, что он человек, говорит, чурбан чурбаном. Бывает и такое. Но мы этим не занимаемся. Вы меня к чему призываете? Для меня студенты – это субъекты, а не чурбаны. Не надо. Вы хотели меня сбить с истинного пути. Так. Ну так это субъективные же условия. Вы же субъект, и голова – это голова субъекта. Они никак не объективные условия производства, а субъективные. То есть, когда вы занимаетесь производством, голову на плечах надо иметь. То есть, это субъективные условия производства, есть субъективный фактор производства, субъективные условия. И есть объективный факт – дома, здания, сооружения, машины, станки. Ну, вы их отделяете, различаете. Вы же относитесь к главной производительной силе, а вы себя хотите снять с поста главной производительной силы и превратить во второстепенную производительную силу, в средство производства. Голова не средство производства, а голова – это, так сказать, часть, элемент главной производительной силы, субъективный фактор. Вот что такое. Субъективный фактор производства, объективный фактор производства. Вы какой фактор-то? Ну, слава Богу. А вы? Ну, слава Богу. Все, вот это все у нас тут консенсус. Идем дальше. Значит, производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть, а раз посредством формы общества, в рамках определенной формы общества и посредством нее, то все содержание собственности в чем? В объекте собственности, в субъекте собственности или в общественных отношениях, которые обеспечивают это самое присвоение. Так вот, дорогие товарищи, все содержание собственности в тех общественных отношениях, которые обеспечивают присвоение предметов природы. Для того, чтобы присваивать предметы природы, не обязательно это вот трудиться, когда вы будете, тогда вы будете своим трудом добывать. А присваивать можно через общественные отношения, не трудясь.
рабовладелец может, не трудясь, присваивать себе материальные блага. То есть собственность, ее содержание в общественных отношениях. Причем экономическое содержание собственности в экономических отношениях. А вот если вы берете наследование, там уже экономические отношения умерли, как бы. Здесь идет, так сказать, сугубо юридическая форма обеспечения присвоения. А экономической здесь уже и нет. Так, вот теперь мы знаем, что такое собственность. Собственность изначально, как только началось производство, началось присвоение, и поэтому с этим же связана и собственность. То есть, когда мы различаем, кто тут субъект присвоения, а кто не субъект присвоения, или в какой степени субъект присвоения, мы тогда начинаем разбираться, кто собственник, кто не собственник. Собственники средств производства – это те, которые присваивают средства производства. С помощью кого? С помощью всей системы общественных отношений и с помощью тех, кто у них работает. Потому что те, кто у них работает, умножает их силу и способность и дальше сохранять эту свою собственность и расширять эту способность. И вот эта форма производства, взятая в единстве с производительными силами, называется способом производства. Когда мы берем не другие общественные отношения, а только производственные отношения, вместе с производительными силами, производственные отношения определенной формы, а их всего пять, взятые в единстве с производительными силами, которым соответствуют эти отношения, называются способом производства. Называется способом производства. И существует всего сколько способов производства? Пять. Пять способов производства. Первоначально общинный и коммунистический способ производства, рабовладельческий способ производства, феодальный способ производства, капиталистический или буржуазный способ производства и коммунистический, вышедший из капиталистического. Всего пять способов производства. И вот эти способы производства, вот это единство производственных отношений и производительных сил, образующий способ производства, и есть общественное бытие. Это и есть общественное бытие. Все остальное, сознание, о котором вы говорили, мысли, которые у вас рождаются, высказываются и которые циркулируют в обществе, как формы общественного сознания, и это уже не относится к способу производства. А как это называется? Это называется политическая и идеологическая надстройка. Так вот, сегодня мы рассматриваем с вами именно общественное бытие. Про общественное бытие можно сказать, что оно определяет и общественное сознание. Ну что это вот может означать с точки зрения практической там, для нас? Для нас это может означать, что вот меня спросят, а кто победит на следующих выборах? Можем мы ответить на этот вопрос, исходя из первичности общественного бытия? Исходя из того, что общественное бытие, с точки зрения материалистической, определяет общественное сознание. Какое у нас общественное бытие сейчас? Какое? Ну какая форма общественного бытия сейчас? Буржуазное общественное бытие, капиталистическое, так? Какие партии победят? Естественно. Значит, если общественное бытие определяет общественное сознание, какая идеология господствует в общественном сознании в современной России? Ну какая? С точки зрения марксизма. Какая это господствует идеология? С точки зрения марксизма господствует буржуазная идеология. Поэтому, так сказать, не надо волноваться товарищам, которые находятся у власти. Не надо волноваться. Не надо волноваться тем, которые все время беспокоятся, не жульничали там ли. Вот если выборы будут самые честные и причестные, хотя такого не бывает, потому что ну, в них участвуют десятки, а то и сотни тысяч человек, да, в организациях выборов по всей стране.
И прямо некоторые с отвращением, а некоторые за деньги участвуют. Поэтому ожидать, что вот все так будут все соблюдать, что написано, такого не бывает в общественной жизни никогда. Но давайте представим себе идеальный вариант. Ну, все честно делается, никаких нарушений не делается. Кто победит? Какие партии? Ну, естественно, если большинство избирателей имеет в голове какие идеи? Буржуазные. Но если большинство избирателей... Откуда такое беспокойство, что вот, ах, вдруг там они... Все дело в том, что, оказывается, кто-то мухлевал. Вот, скажем, КПРФ все время волнуется. Что это такие нечестные выборы? Почему это нечестно? Очень даже честные. Какое сознание в обществе такое, таких и выбирают. Чувствуют нечестного. Очень даже честно. Вот было бы странно, если бы большинство бы избирателей имели в головах буржуазную идеологию, а выбирали бы коммунистов. Вот это было бы очень как-то странно. Это точно подтасовки какие-то должны быть, правда? Ну как без подтасовок, если большинство избирателей настроены по-буржуазному, сознание у них буржуазное, а избрали коммунистов. Такое может быть? Не может. И было такое когда-нибудь? Никогда и не было. А может быть? Не может быть. Поэтому все эти разговоры сначала кричат, что ой, нечестные выборы, надо их все отменить. Но им говорят, представители буржуазии говорят этой компартии, ну давайте сдавайте мандаты, раз нечестные, давайте сейчас отменим. И те, кто у вас прошли, уже не депутаты. Нет, говорит, ладно, мы не будем подавать. Пошумят, пошумят и перестанут. И каждый раз, ну ничего, на следующих выборах мы что? А что происходит на следующих выборах, я вам расскажу, потому что вы этого, возможно, не знаете. Вы знаете, что все партии, которые прошли в парламент, получают деньги за каждого проголосовавшего за них избирателя. 50 рублей за голос. Вот если вы принадлежите к какой-либо партии, которая находится в парламенте, их не так много, это «Единая Россия» – раз, «Справедливая Россия» – два, ЛДПР 3, КПРФ 4. Вот если вы принадлежите к одной из этих партий, вам государство по закону о партиях выплачивает по 50 рублей за каждого проголосовавшего. Миллион проголосовал за вас? 50 миллионов. Если кроме выборов в парламент еще проходили выборы президентские, еще по 50 рублей, еще 50 миллионов, уже 100 миллионов. Надо собирать больше голосов. Больше шуметь, будет больше денег. Это бизнес. Ну, понятно, что больше всех собирает Единая Россия. Как бы государство у нас независимые выборы, свободные. Но денежки получают те, кто и так имеет, так сказать, власть и господство. И другие, чтобы они... Не кричали, что только вот получает только правящая партия, и все другие тоже получают, которые прошли в парламент. Если вы не прошли в парламент, идите собирайте там подписи. Идите подписи собирайте, а кто их может собрать-то в такие сроки и в таком количестве? Ну, кто может заплатить? Например, Прохоров же собрал, он платил студентам, они стояли у всех станций метро и подписывались люди. За что? Не за Прохорова, а за право, так сказать, ему быть кандидатом в президенты. Ну это святое же право, да? Что такого плохого здесь? Кандидатом быть. А там уж как голоснут. Ну голоснули-то так, что он никуда не прошел. Но деньги-то он потратил, поэтому ни ее мобиля нету, ни завода светодиодов, который он обещал у нас построить. Все спустил на подписи. У вас есть 1,5 миллиарда? Нету, ну значит не надо лезть в эти самые выборную кампанию. Президента не ходите пока. Когда наберете 1,5 миллиарда, вот пора будет уже выступать. Это материалистический подход? Да. Ну вот. Ну грубый такой материализм, но какой есть. Значит, что мы получаем? Что вот эта вот формула о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, она позволяет ответить на очень животрепещущие вопросы нашего дня. Такие, вокруг которых поднимается дикий шум, так сказать, в прессе, в средствах массовой информации. Хотя ответ-то очень здесь простой. А вот если Обама выиграл у кандидата другой партии, у кого был больше избирательный фонд?
сказать? У Обамы или у его оппонента? У Обамы был больше избирательный фонд. Если у меня больше избирательный фонд, вы никогда не участвовали в выборах? Вот я участвовал, я был кандидатом в народные депутаты СССР по Ленинградскому национально-территориальному округу. Еще было там, нас всех было 33 или 35. И вот представьте, что у меня было бы там 1,5 миллиарда. Вы бы повесили свои вот эти вот портретчики вот здесь. А мои бы люди с лестницами повесили бы цветные билборды вот так высоко, чтобы вы никогда не могли это снять. А мои бы люди прошли, а я бы им заплатил за то, чтобы все ваши портретчики, да, сорвали. Или еще так перечеркнули. Нет ему. В чем проблема? Кто выиграл бы? Но если у меня больше денег, чем у вас, то я бы и выиграл. А нет денег, нечего и лезть в выборную кампанию. Но если вы в выборной кампании участвуете ради денег, чтобы потом за собранные голоса деньги получить, то, конечно, есть смысл. Идите, идите, выступайте. Во-первых, некоторые пройдут в депутаты, и будет у вас зарплата. Сколько депутат получает? Было 150, потом ему в прошлом году нам закинули еще 100 тысяч, 250 тысяч. Ну, так это уже. Если взять одного депутата и одного студента, 250 до 1452 поделить пополам, ну, почти по 125 с кусочком на брата получается, тысяч. Вполне можно жить, если средний брать. Вот это надо запомнить, что такое общественное бытие. Потому что общественное бытие – это не просто не предметы. Это не земля, и не здание, и не сооружение. А это способ производства. То есть это производство самой жизни. Производство материальных условий для жизни. И, то есть производство жизни людей. Вот что это такое. Вот что такое бытие. То есть это бытие не мертвое такое. Это не мертвые предметы, не мертвые вещи, а находящиеся в постоянном движении. Производительные силы все время действуют. Как нельзя остановить потребление, так нельзя и остановить производство. Иногда, правда, я читаю, такая вроде неплохая газета «Советская Россия», но там иногда панические такие заявления. Наше производство окончательно разрушено. Но если оно окончательно разрушено, зачем издавать газету? Газету уж бессмысленно издавать. Если производство разрушено, значит, производства не будет даже и газет. Зачем их нужно издавать тогда? Как может быть производство окончательно разрушено? Оно будет разрушено, потом восстановлено, как бывает восстановление народного хозяйства. Ну как может быть окончательно разрушено производство? Если окончательно разрушено, то значит, все умерли. Но если не умерли люди, люди же производят. Люди – главная производительная сила. Как можно разрушить производство? Это надо для этого людей всех уничтожить. То есть надо сказать, что вот в этих вопросах имеет место и широко распространена безграмотность, когда люди не знают, не ведают, что они говорят. Причем с таким апломбом говорят, и так ярко зачитаешься. Но это на самом деле вот, так сказать, не наука, и это не истинное знание. Вот такая вот ситуация. Общественное бытие. То есть под общественным бытием понимается способ производства. Производительные силы, действующие вместе с общественными отношениями, которые обеспечивают действие производительных сил. Вот все вместе – это способ производства. И поэтому, когда идут изменения в производительных силах, может наступить такое время, когда производительные силы вступают в острейшее противоречие со способом производства, то есть с теми производственными отношениями, в рамках которых они действуют. И вот тогда складывается революционная ситуация, и революция приводит в конечном итоге в соответствие форму производства общественного, то есть производственные отношения, в соответствии с производительными силами. Но это очень сложный процесс, очень, очень сложный. И он не приводится сам собой. Революции не делаются некими производительными силами и автоматически не приводятся в соответствии с ними производственные отношения.
Так что это вот большой вопрос. Поэтому революции бывает мало на самом деле. И они всегда идут очень сложно. Всегда очень. И бывают контрреволюции. И это не только неудивительно, а это вполне можно понимать, насколько это сложные противоречия, насколько сложно их разрешать. Ну вот, то, что я хотел вам сказать об общественном бытии, а учитывая сложность сегодняшнего материала, мы на этом накончим. И предоставим вам на обдумывание и запоминание время для этого. Так, всего вам доброго, до свидания.